Машины двигались по улице Мусина. В какой-то момент владелец Форда, ехавший впереди, решил повернуть налево в сторону дворового проезда. Но как только приступил к маневру, в бок фокуса влетела Мазда третьей модели, которая ехала следом. Здесь поворот вообще запрещен, здесь двойная сплошная. Он вот буквально метров за там 10, за 7 включил поворотник, я остановился, я смотрю, меня этот, ну, тащит. Здесь машина поворачивала на правую сторону, я думаю, а по второй полосе машин не было. Чтобы его не догнать, я думал, уйду. А получилось, он поехал и вот стукнулись. Владелец Форда уверен, что авария произошла по вине водителя Мазды. Ведь двойной сплошной линии здесь нет. Также нет никаких знаков, запрещающих поворачивать или разворачиваться. ДТП же случилось из-за того, что автомобилист на Мазде не выбрал безопасную дистанцию. Как я себя виновным считаю? Я же правила не нарушал. А знака тут запрещено налево нету. Движение 40 км в час, если камера есть, тут можно будет посмотреть, кто сколько ехал. После сильного удара Мазда пересекла встречную полосу и на обочине едва не врезалась в железобетонный столб. Доказывать свою невиновность оба автомобилиста намерены в суде. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».